Здравствуйте, в эфире телеканала Обнинск ТВ новости, в студии Дарья Человекова. Ильхам Нигматуллин, коротко о главном. Палатки вне закона. Вновь обратимся к теме, ставшей уже постоянной в нашей программе. Еще один мини-Шанхай обнаружили журналисты на карте города. Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова посетила Наукоград. Поводом для визита стало избиение ученика музыкальной школы, произошедшее неделю назад в Наукограде. Боремся со снегопадом века. Расскажем, как преодолевают последствия снежного буйства коммунальщики и горожане. И теперь подробнее об этих и других событиях города и региона. Несколько выпусков назад мы уже рассказывали о проблеме роста в Обнинске количества незаконно построенных киосков. Речь, в частности, идет о торговых палатках в районе торгового центра «Аксенова», а также нестационарных торговых объектах возле торговых центров «Меридиан» и «Титаник». На днях о правомерности работы этих киосков высказалась начальник городского управления архитектуры и градостроительства Ольга Лапина. В письме, направленном в ответ на наш журналистский запрос, говорится о том, что все перечисленные постройки установлены незаконно. При этом, если владельцы вот этой палатки с шаурмой и вот этого киоска с овощами вообще не обращались в управление архитектуры за разрешением на строительство, то представители этого кафе соответствующую бумагу писали, однако получили отказ, так как данная стройка нарушает градостроительные нормы и регламенты. При этом рубрика под названием «Палатки вне закона» уже стала постоянной в нашей программе. Елена Гаджанян нашла еще один мини-Шанхай на карте города. Наша съемочная группа посетила торговые точки, расположенные напротив остановки ФЗ. Там расположено три ларька. В одном из них торгуют овощами и фруктами, в другом – свежим хлебом, в третьем – курицей и рыбой. Целью посещения было выяснить, согласовано ли с городской администрацией строительство этих сооружений. Торговцы на общение не пошли. Они немедленно ретировались в неизвестном направлении. С нашей съемочной группой пообщалась только продавец хлеба. Разрешение на строительство объекта есть? Строительство объекта? Ну или на аренду. Но соответствующие документы так и не были найдены. Это что, хозяин должен указать? Она здесь при чем? Продавец, конечно, ни при чем. Она человек наемный. А где же хозяин? А с начальством как можно связаться? А вот телефон. Но они сегодня не работают. А что думают о ларьках жители Наукограда? Ну, как сказать. Вот когда красиво, еще более-менее. А когда что-то что? Это нехорошо. На законных ли основаниях построены эти палатки, наша телекомпания будет выяснять в городской администрации, куда уже отправлен соответствующий запрос. А пока в ожидании ответа от соответствующих организаций посетим и другие сомнительные магазины и кафе, портящие облик нашего города. Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. А журналист Обнинск ТВ Екатерина Замахина сегодня встретилась с уполномоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробовой. Вопрос моей коллеги, адресованный омбудсмену, касались в частности истории об избиении ученика музыкальной школы, произошедшего неделю назад в Наукограде. Это случилось вечером 26 января на улице Жукова. Ученик выпускного класса школы искусств возвращался домой с занятий и стал жертвой уличных хулиганов. Четверо подростков жестоко избили его. 14-летний мальчик получил сотрясение мозга, у него также выявлено повреждение почки. Как пояснила Ольга Коробова, обращение от родителей в аппарат уполномоченного по правам ребенка не поступало. Однако омбудсмен выступил инициатором проверки и сделал необходимые запросы. Данный случай проявления подростковой жестокости она считает единичным, но закрывать на него глаза взрослым не стоит. Необходимо работать с детьми. Дети у нас все больше и больше уходят в виртуальную реальность, в общение онлайн. А когда они выходят из сети, наладить личный контакт, решить какие-то вопросы, им становится все сложнее. Вот над этим необходимо работать взрослым. Еще одна глобальная проблема – распространение наркомании. В схемах продажи запрещенных веществ наркодилеры все чаще используют детский труд. И здесь просто строгим разговором ребенок не отделается. Сейчас вот мы подготовили целый цикл родительских собраний, встреч с детьми о том, что помимо прав у детей есть не только обязанности, но есть еще ответственность. Ответственность за свои поступки. А распространение наркотиков – это уже уголовная ответственность. И она у нас карается в Российской Федерации самым строжайшим образом. Это необходимо понимать. Вот когда они это поймут, осознают, тогда таких случаев станет меньше, я надеюсь.
Ольга Коробова была назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Калужской области в конце октября 2017 года. Как заметил омбудсмен, жители региона все чаще обращаются к ней не только за помощью в конкретной ситуации, где права ребенка нарушены, но и за разъяснениями действующего законодательства. Среди довольно нестандартных вопросов, которые поднимают родители, возможности организации перевозки детей в ясли по аналогии с работой школьных автобусов в районах. Однако пока решения по этому вопросу нет. Нет, речь идет о слишком маленьких пассажирах. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Центральные регионы России продолжают бороться со снегопадом века. И Обнинск не исключение. Только за минувшие выходные в Нокограде выпала февральская норма осадков. И, по словам синоптиков, это еще не предел. Поэтому справляться с последствиями снежного буйства приходится как коммунальщикам, так и обычным горожанам. Когда городские улицы сплошь усыпаны белым снегом, искрящимся на зимнем солнце, это, безусловно, очень красиво. Но ровно до тех пор, пока вся эта красота не начинает доставлять жителям неудобства. В эти дни очистка обнинских улиц, остановок и тротуаров продолжается до позднего вечера, а утром коммунальщики снова выводят уборочную технику на борьбу со снежными завалами. Работала коммунальная служба МПКК. Значит, сначала у нас в сменах было порядка 40 машин. Ну, в сутки, значит, действующие на территории города. Там вся техника брошена и дополнительно с других предприятий, не только с муниципальных, будем брать. Ну, соответственно, давать им зону ответственности, будем город приводить в нормативное состояние. Тем более, если погода сейчас по снежной массе будет благоприятствовать, будет понижение температуры, мы надеемся, снег все-таки перестанет, только выходным будет опять потепление и, возможно, опять снег. Поэтому, я думаю, должны к этому быть готовы, поэтому параллельно будем готовить и бригады, и технику по выходным уже. Впрочем, справляться с последствиями разгулявшихся снегопадов приходится не только работникам коммунальных служб, но и обычным горожанам. Пешеходы без устали протаптывают тропы, которые еще недавно были тротуарами. Автомобилисты откапывают из-под снежных завалов своих железных коней. А в минувшие выходные многие жители даже провели в рамках своих дворов своеобразные субботники. Не случайно в последнее время лопаты, скреперы и другая подручная снегоуборочная техника расходятся в хозяйственных магазинах на ура. Между тем, снег с городских дорог и тротуаров приходится не только убирать, но и вывозить в специально отведенные для этого места. Делать это коммунальщикам также приходится в сверхурочном режиме. В противном случае, уже при ближайшем сильном потеплении, жителей Наукограда будет ждать весьма удручающая картина. Наталья Подорога, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Тема снежного коллапса стала основной и на еженедельном рабочем совещании в администрации Балабаново. Обрушившийся снегопад вывел из строя электросетевое оборудование, вместе с ним и насосы, подающие воду в город с водозабора в районе деревни Воробьи. Часть домов осталась без холодной воды. Кроме того, несмотря на усилия сотрудников коммунального предприятия «Динас-сервис», снежные заносы сильно затруднили передвижение по городу и стали причиной нескольких ДТП. Проблему с водоснабжением в Балабанове, которая коснулась и работы социальных учреждений города, школы, больницы, уже удалось локализовать, и над ликвидацией порывов активно работают энергетики. Благо, аварийная ситуация не затронула отопительные системы. Котельные в городе работают все. Вот, с отклонениями от штатной схемы. Это по улице Зеленая, там с субботы работает генератор КЭСК. Вот, организовано электроснабжение по временной схеме. Водоснабжение, подпитка не организована там пока. На сегодняшний день водоснабжение в городе восстановлено. Исключение составляют лишь жилые дома по улице Зеленой. Для устранения аварии на место уже прибыла специальная бригада из Калуги. Организовано временное водоснабжение жителей пострадавших домов. Власти надеются, что уже к вечеру вторника подача воды будет налажена полностью. Что же касается очистки города от последствий обильных снегопадов, в администрации похвалили «Динас-сервис» за стойкость в борьбе со стихией. Но вместе с тем заметили, что расслабляться еще рано. Надо понимать, естественно, что снега выпало очень много. Имеющейся техникой, но это в течение 2-3 дней такой оперативной работы, наверное, все это будет устранено. Поэтому, наверное, надо потерпеть, где-то каким-то образом
посмотреть на это все лояльно, не останавливаясь ни в коем случае работая. Для наибольшей эффективности очистки Балабанова от снега решено привлечь к этим работам городские предприятия и торговые центры, а также обычных жителей. К слову, в странах, где обильные снегопады – явление нередкое, подобная практика весьма распространена. Из приятного. На заседании чествовали балабановского спортсмена Владимира Смоленского, занявшего первое место в первенстве Центрального федерального округа по универсальному бою. Ранее за спортивные достижения был награжден его брат. Теперь в семье Смоленских целых два чемпиона. Наталья Подорога, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ, Балабаново. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, расскажем в следующем сюжете. Утро первого рабочего дня на этой неделе не задалось у вот этих автовладельцев, которые столкнулись на пересечении улиц Мира и Гурьянова. После таких снежных выходных машина марки Volkswagen на скользком дорожном покрытии не смогла вовремя остановиться перед внедорожником Toyota, водитель которой сбавил скорость перед зоной пешеходного перехода. Полдень аварии произошла в старой части города. Водитель за рулем автомобиля марки Ford, выезжая с улицы Блохинцева на проспект Ленина, не заметил, что по главной двигалась иномарка Honda и допустил столкновение. Тяжелая дорожная обстановка, сложившаяся в Обнинске, похоже, только накалялась. Через 20 минут нашим операторам было зафиксировано еще одно ДТП во дворе улицы Курчатова. Здесь не разъехались два паркетника – Renault и Nissan. А вот причиной этого дорожного происшествия, которое случилось на проспекте Ленина, стала обычная невнимательность. Мужчина, управлявший отечественной легковушкой ВАЗ-2107, выезжая задним ходом с места стоянки, не заметил подъехавшую иномарку «Опель». В 5 вечера на улице Мигунова произошел довольно досадный инцидент. Пассажир припаркованного «Форда» при выходе из машины не заметил проезжающую параллельно «Кей» и открыл дверь. В результате обе машины получили повреждения кузова. К счастью, во всех этих происшествиях обошлось без пострадавших. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обнинск ТВ». В прошедшую субботу Обнинск принял участие в акции в поддержку российских спортсменов, которые 9 февраля поедут на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхан под нейтральным флагом. Все неравнодушные к спорту жители Наукограда смогли оставить теплые слова поддержки для членов нашей олимпийской сборной на специально заготовленных флаерах с символикой Олимпийских игр. Все это будет сформировано и направлено в Олимпийский комитет для того, чтобы спортсмены и люди, которые руководят и занимаются спортом, понимали, что для нас важно. Мы их поддерживаем, и мы вместе. Призер Олимпийских игр 2012 года Сергей Фесиков говорил о том, как важна для участников Олимпиады поддержка из дома. Я бы очень хотел пожелать всем быть единым, потому что, находясь на Олимпийских играх, всегда чувствуешь поддержку страны, поддержку своих близких, родных, друзей, соседей и вообще всех людей, которые переживают за спорт. 3 февраля в субботу в спорткомплексе «Олимп» проходили соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Юные спортсменки присоединились к акции поддержки. Мы поддерживаем олимпийскую сборную страны и хотим, чтобы наши спортсмены победили! А вечером того же дня в «Олимпе» состоялся хоккейный матч. Играли мальчики 2006 года рождения. Спортсмены и их болельщики также выразили свою солидарность с олимпийцами. В музее спортивной славы Обнинска прошла экскурсия для гостей из города Жуково. Посетители музея узнали о том, как проходило зарождение спорта в Обнинске и каких олимпийских вершин достигли спортсмены Наукограда. Обнинск вырастил 12 участников Олимпийских игр. Акция в поддержку олимпийцев, организованная под лозунгом «Спорт и мир, нас не сломить», прошла на всех спортивных площадках города. В школе Олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, детско-юношеских спортивных учреждениях «Квант» и «Олимп», школе Александра Савина по волейболу в лицее «Держава». Елена Гаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ 5 раз в неделю по будням в 19:00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и на наших страницах в социальных сетях. А мы желаем вам всего наилучшего и прощаемся до завтра. До встречи.